Сегодня собуем полосики. Да. Давай. Макс, будешь постигаться? Он боится. Боится? Ага. Нет, я и боюсь. Понятно. Как поможет нам сегодня такой Витек? Брал его за косарь. Чуть больше года назад. Единственное, что пришлось докупить ножницы для филировки. За пятихаточку взял такие маленькие. Хотя там были и за пятак. Все в золоте, в стразах, в кристаллах каких-то. Вот сама машинка. Такая достаточно маленькая. Регулировка вылета. Да, кстати, если будете сами точить нож, вот этот кромку надо будет сглаживать тысячной наждачкой, примерно под 45 градусов. Ставите вот так вот в эту сторону. Ну, то есть под 45 градусов ставите. И вот такими вот движениями закругляете. Как вот эту вот часть. Буквально одну десятку снять, ничего не влияет. Ну, чтобы уши не порезать, не знаю, сфокусируется нет. То есть сами зубы здесь вот 0,1 миллиметра примерно. Так вот закругленные. И здесь, соответственно, задом угол. Надеюсь, поняли, о чем я. Что, Димон, готов? Да, готов. Точно? Дима! Дима! Ты будешь стричься? А я! Иди постригаться будем. Вот. Макс. Вот. Пойдем постригаться. Не будешь? Нет. Ну что, пригорнился, Дим? Готов. Сейчас маленечко еще остался. Да. Давай постригаться. Что, мне телефончик нравится? Да, да. Ну-ка, покажи. Лыська, лыська. Да. Ушастик. Папа, я. Ты лыська, ушастик. Папа, ну, повернись, я. Повернись. Там. Все, Дед Мороз будешь встречать. Да, я вас. Все, сбегай.